Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья. Я из Тель-Авива. Я хочу несколько слов сказать о лохматой душе. Совершенно случайно я узнала о Валентине Силич и о ее приюте на просторах Ютуба. Я, в общем-то, не люблю такие вот ролики о каких-то там страданиях животных или так далее, потому что я, в общем-то, очень люблю животных. Мне очень тяжело смотреть на какие-то зверства, которые проявлены по отношению к животным. Но я посмотрела, что эта женщина, она просто, я не знаю, она каждая вот собачку, каждую кошку, она пропускает через свою душу. Человек абсолютно всесторонне одаренный. Она может прекрасно быть каким-то диктором на телевидении, у нее прекрасный голос, у нее прекрасно рассказано, может прекрасно писать публицистику. И тем не менее она остановилась на спасении бездомных животных. Я была в абсолютнейшем шоке, когда я узнала, что ее приют, вот суд присудил до Нового года вывести животных, в противоположном случае они просто будут уничтожены. Каждая вот эта кошечка, каждая собака, это для Валентины, это не животные, это ее дети. Вот как бы повел себя любой разумный человек, адекватный, в общем-то, если бы ему сказали, что вот у тебя полгода, если ты не успеваешь построить новый дом для своих детей, твои дети будут уничтожены. Я не знаю, я бы просто бы, наверное, вышла бы с автоматом и отстреливалась до последнего патрона, только я погибла бы вместе со своей стаей. Честно говоря, я сейчас говорю, мне просто слезы на глазах. Мне искренне жаль, что я не имею миллионов, что я не Абрамович, что я не Билл Гейтс, еще кто-то, чтобы помочь Валентине сохранить жизни вот этих тысячи своих деток. Я просто призываю всех людей неравнодушных, я умоляю, нет, я не верю в то, что есть равнодушные люди. Каждого из нас в душе, в глубине души есть капелька добра. Я очень прошу, вытяните эту капельку добра на поверхность. Помогите, подарите это добро детям Валентины. Спасите их от гибели. Вы знаете, я всегда очень любила Новый год. Я ждала его. Как-то вот каждый человек, хотя вот уже, как говорится, старая дура, но все равно в душе какая-то есть надежда на чудо. Сейчас я этот Новый год просто жду с ужасом. Я просто его жду с ужасом. Потому что я просто не знаю, я искренне надеюсь, что Валентина успеет построить этот приют. Но у нее безвыходное положение. У нее просто тупо не хватает денег. Тупо. Все тормозится на том, что нет денег. Люди, я вас очень прошу, не допустите гибели, не допустите гибели животных, не допустите гибели детей Валентины. В конце концов, просто не допустите гибели человека. Я умоляю вас, откликнитесь, помогите, умоляю вас, если вы люди, помогите.